Первый этап записи детей в школу уже стартовал. Он продлится до 30 июня. В этот период подать документы могут те, кто имеет преимущественное право для зачисления. Это дети сотрудников полиции и братья и сестры тех, кто уже учится в этом учреждении, а также проживающие в том же районе, где находится школа. А вот подать заявление в образовательное учреждение не по месту прописки можно будет на втором этапе – с 6 июля по 5 сентября. Тогда ребенка зачислят при условии, что останутся свободные места. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут. В то же время очередность подачи заявления на первом этапе не имеет никакого значения. На официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли их дом к той или иной школе. Подать само заявление можно несколькими способами. По почте, через официальный сайт школы, лично и через госуслуги. Что должен сделать родитель, чтобы подать заявление для зачисления в первый класс через портал госуслуги? Зайти на портал, набрать в поисковой строке «Запись в первый класс», перейти на страницу «Услуги» и нажать кнопку «Подать заявление», то есть выполнить все необходимые действия. После подачи онлайн-заявления нужно будет предоставить оригинал документов в школу. Место за ребенком до этого момента бронируется. На сегодня родители подали более 500 заявлений таким образом. Всего в этом году в регионе ожидается более 13 тысяч первоклашек. Ксения Дегтярева. События дня.